В Бишкеке с начала возобновления учебного процесса коронавирус выявлен в 34 школах. В настоящее время 12 из них закрыты на карантин. Об этом сообщила главный специалист административного отдела управления образования мэрии Бишкека Чинара Исакова. Также в 20 школах отправлены на онлайн-обучение ученики 43 классов. Всего на сегодня на онлайн-обучении находится 2266 школьников. Среди обучающего персонала выявлено 32 лабораторно подтвержденных случая ковида и 7 случаев внеболичной пневмонии. В свою очередь, среди учеников было выявлено 94-10 случаев соответственно, сказала Исакова. Она отметила, что в столичных школах также наблюдается рост заболевших сезонным гриппом.